Привет, друзья! Привет, ребята! С вами мама Саня, мы на канале Мисс Сани. Наконец-то мы приехали к морю. Мы приехали в воскресенье, вчера. Ну, давайте я сейчас покажу вам Мисс Сани. Мы пришли на скамейку, потому что в дюнах еще не такой не так ветрено. А вообще, смотрите, сейчас папа нас ищет, никак не может найти, я смотрю. Видите, какое сегодня море? Волнистое, красивое. И этот красный флаг у нас сегодня. Вот, поставили недавно совсем утку. Такой домик, не знаю, всей семьей. Давай, Саня, идем покажем. И давайте вы оцените, как наш семейный подряд тут работал сегодня. Вы не знаете, папа таскал бревна, или как это, палки? А мы с Аней строили тут. Знаете, купала день, да? Жалко, что он уже прошел. Как бы был бы такой вот как-то красиво так. Там можно вот залезть, там Саня залезала. Вот там сидеть от солнышка прятаться. Вот так, друзья. Вот люди. Начинаются наши приключения у моря. Да. И мы, надеюсь, вам что-нибудь интересненькое-то и покажем. Да, мы сегодня или вчера поедем в Саню. Завтра. Вчера уже было, Саня. Завтра или сегодня поедем в Саню. Иди ты со своими этими слаймами уже все. У нее есть подружка, с которой она поедет в лагерь. Так они там, знаете, уже все, как какие-то стали эти, как слим-манки. Слаймов-манки. Слаймерши. Слаймерши, вот, слаймерши. Да, Саня, слаймерши. Смотри, летят утки. Вот такой у нас, смотрите, красивый пейзаж. Вот так вот сидим на нашей скамейке. Погода суперская, очень хорошая погода, тепло. Жалко, что нельзя идти купаться, потому что едут все время машинки такие, они смотрят. И, кстати, в это лето уже поменялись очень жестко правила. И теперь, короче говоря, если ты купаешься вот в такую вот погоду, когда красный флаг, 900 евро платишь за то, что ты купаешься. Так что, наверное, мы не будем правила. Будем их держаться. Правила. Да, Саня? Заплавила. Ну вот. Мы с Саней уже побежала, потому что холодно делается. Я иду к морю. Я хотелось бы сегодня немножко позагорать, потому что я совсем вся бела. Ну давайте я с вами поздороваюсь сейчас. Вот так. Всем привет, друзья. Всем. Вот. Давайте вот так. Давайте я пойду к морю. Сейчас я вам покажу, какое красивое Балтийское наше море. Какое побережье. Знаете, я столько роликов уже с Саней сделали, да? Но как-то никогда, наверное, мы об этом не говорили. Хотя я всегда говорю и зову, что давайте, кто понимает русский язык, что давайте приезжайте к нам. Посмотрите, какое красивое у нас побережье, какой песок у нас чистенький. Фаланский мир очень старается для этого, да? Смотрите, песочек прямо вот. Ой, ну пляжа совсем, слушай, Сани не осталось. Смотри, вода, видишь, как просасывается, прямо идет вот так вот. Смотри, ну давай иди тогда ложись, беги к папе. Я тоже сейчас тогда приду.